Футболисты «Луча Энергии» с поражения начали заключительный учебно-тренировочный сбор. В первом контрольном матче в Крыму «Желто-синие» уступили «Сатурну» из Раменского 0-3. На 7-й минуте встречи Рустем Халиуллин после подачи углового открыл счет, а во втором тайме два мяча в ворота «Тигров» забил лучший бомбардир «Сатурна» Алексей Медведев. Следующую игру на сборах в Симферополе «Луч Энергия» проведет 8 марта против нижнекамского «Нефтехимика». Состав «Спартака Приморья» пополнил форвард Константин Глазырин. На протяжении 7 сезонов игрок выступал за украинский «Днепр», а этот сезон начал в румынской «Тимби», в составе которой сыграл 12 игр. Средняя статистика за матч – 14 очков, 5 подборов. В 2010 году он совместно с американцем Чарльзом Томасом стал победителем конкурса слэм-данков на матче звезд украинской суперлиги. Глазырин – уроженец крымского Севастополя. В начале этого года он сменил украинское гражданство на российское, а значит сможет помочь спартаковцам в финале 4-х Кубка России. Дебют Глазырина на паркете «Олимпийца» состоится в ближайших домашних матчах красно-белых. 6 марта «Спартак Приморье» принимает «ЭМСУПС», а 9-го нашим соперником станет «Урал». Марьяна Симоненко, новости «Спарта» на 8-м.